Сейчас, подожди. Настя, душа моя, вопрос у всех в глазах. Что это у тебя за корзинка в руках? Рассказывай нам, пожалуйста, скорее. Антон, посмотрите, что я нашла. Какие красивые деревяшки. Настюш, я, конечно, не силен в музыкальной терминологии, но, по-моему, это музыкальные инструменты. Но обычно они не так выглядят. Они новенькие, блестящие и вообще. Знаешь, я думаю, мы сейчас покажем нашим зрителям каждый музыкальный инструмент, который находится у нас здесь в корзине. Вообще могу сказать, что инструменты бывают разные. Вот наши, например, это те, которым очень много лет, давай скажем так. Им очень много лет, поэтому у них такой вид, но при этом, при всем, они не потеряли своих музыкальных способностей. Ну вот, например, хочу показать тебе вот этот музыкальный инструмент. Скажи, знаешь ли ты, что это за музыкальный инструмент? Первый раз его вижу. Первый раз вижу. Давай я попробую подойти к нашим гостям, покажу им тоже поближе. Может быть, кто-то... Филейка! Да что вы говорите? Кто-то отгадает и, может быть, даже продемонстрирует, как работает этот инструмент. Пойдемте ко мне поближе. Пойдем. Так. Как зовут вас? Ксения, где инструмент? Это мажор, да? Но кто-то из родителей подсказывал, что это... Желейка. Желейка, абсолютно верно. Можете подуть, если хотите. Блестяще. Подождите, самое главное, вкусный сюрприз. Это для вас. Да, вот, например, вот этот музыкальный инструмент. Я попрошу вас пройтись и показать нашим гостям, есть ли варианты того, что это... старинный, вот такой вот. Вот есть, это очень громкое, просто болит. Как зовут тебя, скажи, пожалуйста. Да. Мария. Это, скажи мне, трещотка. А хочешь попробовать, как она работает? Продемонстрировать? Так. Так. Нужно, она круговая, Мария, она круговая, поэтому, да. Но можно оркестром руководить просто вот в легкую после такого блестящего. Мария, спасибо большое. Вам вкусный сладкий приз. И эти аплодисменты, конечно, для вас. Так, ну давайте продемонстрируем еще один музыкальный инструмент. До этого у нас была круговая трещотка. А на очереди у нас... Ну, в общем-то, да, далеко, чтобы не ходить. Пойдем сюда, маленький цыпленок. Пойдем, не уходите. Сейчас мы... Как зовут вас? Надежда. Очень приятно. Это трещотка. Знаете, как работает этот инструмент? Пожалуйста. Ну, покажите всем зрителям, чтобы видели. Вот так вот. Замечательно. Это заслуживает аплодисментов. Конечно, за правильный ответ мы вручаем вам также сладкий приз. Спасибо большое. Ну и финальный музыкальный инструмент. Ну, здесь, конечно, непросто, что уж там говорить. Но, может быть, кто-то и отгадает, что же это за музыкальный инструмент. Так, у нас есть вариант. Вот здесь я вижу. Барабан. Ну, нет, не... Вы можете продемонстрировать, как он работает? Нужно сильно дернуть за хвост. Да, прекрасно. Давайте спросим у специалистов, которые нам нашли эти инструменты, нужно ли хвостом повернуть? Не надо. Как хочешь, так и держишь, да? Демонстрируйте. Вот. Прекрасно. Так, ну что, есть у нас варианты? Хлопушка. Ну, чуть-чуть, рядом, почти. Да, скажите. Хлопушка. Давайте, знаете как? Ну, у нас же детство, в конце концов. Да, когда, как не в этот день, ну, просто так раздавать подарки. Держите, это вам. Это держите вам. Это держите вам. И еще, дайте мне одну, пожалуйста. Дай одну конфетку. Это вот мужчине, который... Держите, от меня лично. Это вам за ваше такое стремление к победе. Ну, давайте я скажу, что этот музыкальный инструмент называется ревун. И сейчас все должны сказать, ах, ну да, точно, совсем забыли про ревун. Ну что, Анастасия, ответили ли мы, скажи, пожалуйста, на твои вопросы? Смогли ли мы с тобой разобраться, что это за музыкальные у нас инструменты? Ну, теперь мне понятно, что это за...
Все, спасибо. Можно уносить это со сцены. Наши помощницы нам, как всегда, помогают. Ну, а мы движемся дальше. И прямо сейчас, уважаемые гости, встречайте юных участниц студии танца «Бейла», руководитель Асмик Оганесян, город Оренбург. И ваши несмолкаемые аплодисменты. Нам после концерта.